Они были из леопарда. Привет, я Вадик Углов, и это канал «Импровизация с песнями», где мы сочиняем песни прямо на ходу. А я Ира, привет. И у нас еще есть Кирюша. А сейчас мы будем, как обычно, петь песню, но петь мы ее будем по очереди. А про что будет песня, мы сейчас узнаем. Пау-пау-пау-пау, очереди! Я только спросил. Бенз, Диви, Три, стоп! Что это было сейчас? Стриптиз! Тра-та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Но мы все-таки остаемся в жанрах, в рамках песен, правильно? Не знаю. Как пойдет? Кай, ноль, сэм, мак, раз, два, три! Кать, ты начинаешь. У меня давно не было работы, и тут я прочитала объявление в газете «Время». У меня давно деньги заканчивались в понедельник, а не в субботу. И я был вынужден пойти на крайние меры. Я достал лучшие стринги. Они были из леопарда. Я выхожу на сцену, меня кидают деньги. Шеф заложил в ломбарде. Ко мне на выступление приходят разные дуры. Но я мастер, я улыбаюсь, они суют трусы купюры. То, что бы мне не нравилось. Но, несмотря на то, что купюры грязные, в моих штанах грязи не прибавилось. И мне сказали, что я number one. Number one. Number one. Number one. И это сказал мне сам белокурый. Если у меня сегодня очень мало денег, почти что их нет, то я обвиню своего босса в домогательствах через 40 лет. Вот мои дети, они примут во внимание. Очень удивятся, когда узнают, на какие деньги папа покупал им детское питание. Вот такая получилась песня. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях, почему вам понравилось. Если не понравилось, херачьте вот вниз пальцы и пишите, что конкретно не так было с песней. С вами была Ира. И музыка от Кирюши. О-о-о. Вы самые классные. И я вам могу сказать не то, чтобы мне не нравилось. Но, несмотря на то, что купюры грязные, в моих штанах грязи не прибавилось.